Вопрос личной эсхатологии, он очень-очень важен, потому что, по большому счету, это вопрос нашего или спасения, или нашей гибели. Вечной вообще, навсегда, в принципе. Поэтому жить нужно так, вот говорили святые отцы, вот как будто единственный день тебе отведен. А если в этот день ты не помолился Богу, то значит, ты не встретился с Господом. Если ты в этот день не сделал никакого добра, то значит, в тебе и нет добра. Если ты наполнился какой-то злобой, раздражением, то таким ты предстаешь пред Богом. Потому что мы на самом деле не знаем, когда мы будем восхищены из этого мира, да, когда мы сложим нашу телесную оболочку. И это, как правило, происходит всегда очень неожиданно для людей. То есть человек видит уже со стороны свое тело, и сначала у него, конечно, удивление, то, что он удивляется, что, оказывается, он видит тело со стороны, то есть сам он не умер. Он продолжает существовать. Это не сон, не какое-то забвение, да, смерть, а просто расставание с телом. А второе, потом у него наступает, конечно, огорчение. Такое серьезное огорчение из-за того, как он провел свою жизнь и фактически растратил зазря. Ведь вот что такое наша жизнь? Это вот как тетрадь с чистыми листами. И нужно чем-то вот наполнить. Но количество их ограничено, этих листов. И один человек, он пишет что-то прекрасное, какие-то удивительные стихи, или нарисует какие-то прекрасные изображения. А другой, он начинает что-то черкать по этим листам, какие-то кляксы ставить, что-то безобразное там рисовать. И получается так, что листы расходуются, расходуются, расходуются. Человек думает, ну, там еще много впереди. А потом раз, все, конец, тетрадь закончилась, листы закончились. И тут вдруг он смотрит, а во что он превратил эти листы, данные ему от Бога. То есть он настолько все испоганил, что самому уже становится плохо от этого. И вот так вот года жизни, которые нам отводятся, они даны для того, чтобы мы их наполняли чем-то добрым. Да? То есть мы сами, как такие вот художники, которые сами пишем картину своей жизни. Вот что мы нарисуем на годах, отведенных для нас? Вот что такое наша жизнь, вот что такое подготовка к вечности.